Всем привет! Сегодня у нас ажиотаж с самого утра. Все бегают, никуда мы ничего не успеваем. Мечется туда-сюда, собираемся. Вот так. Да, вот так, правильно одевай. Сменка. Там мы тапочки поскладываем. Сегодняшнее видео начинается с того, что мы собираемся в город. У Сашуни было вчера день рождения. Сегодня мы едем его праздновать. Но это видео не о празднике, это видео о шопинге. Мы едем. Кто смотрел предыдущее наше видео, мы нашли крутейший магазин стоковой одежды. Так можно ее назвать? Да. Да? Она туда вся стекается. Ну, короче, одежды БУ, секонд-хенд еще его называют. В общем, все, да, все такое. Но это один единственный секонд-хенд вообще в нашей жизни, где одежда не воняет, где шикарного качества, где по шикарным ценам, вывешено как в магазине. В общем, все условия, ты заходишь, как будто, знаешь, это в супермаркет какой-то. Вот. И мы в прошлый раз попали там на распродажу, распродавали, вчера это было, все полностью, не весь товар распродавали, и у них столько нового товара висело. Буря, я на тебя направила, вот смотрите, Буря, витаминчики принимать, витаминчики. Йод. Ага, йод, йодомарин мы, да, 2 раза в год принимаем. Сезонно витамин С принимаем 2 раза в год сезонно и витамины 2 раза в год сезонно. Вот, значит, вчера была распродажа. И сегодня должны вывесить новый товар, который вчера привезли. Там очень много нового товара. Уже по 100% стоимости, конечно. Боречка, нужно шортики поменять. Шортики снимаем, штанишки одеваем. Иди туда в комнату. В комнату иди одевайся. Помогите Борюсику одеться. Шорты снять, а штаны одеть. И носочки ему, и кофточку. Вот. Сейчас, наверное, на себя переведу, чтобы тебя как этот... Или можно тебя использовать? Да снимай меня, я буду кушать, завтракать. Вы уже не обессудьте. В виде этого. Но я на себя лучше переведу, то как-то странно. И... мы вчера не смогли найти мальчишкам штаны, мы нашли на вырост, мы нашли мне, как для беременной, кучу всего понаходили, закупились на 700 рублей 11 штанов с юбкой, короче, это вообще шикарно, мы развернулись. Смотрите, но в обзоре. Да, в предыдущем обзоре, чтобы купили, смотрите, но штанов для мальчишек мы так и не нашли. Я говорю, Боря, пусть по 100% стоимости, все равно это будет дешевле, потому что если в магазинах смотреть, джинсы от 1500 и выше мальчишкам. Говорю, пошли, ну или там от 1000 можно, может, детские найти. Поехали, говорю, туда, а там джинсы могут быть по 500 рублей, по 300 рублей, по, ну, до 700 рублей, короче, взрослые 700 стоят. Детские там еще дешевле. Поехали, говорю, новый завоз, закупимся сейчас, зашопинимся, мальчишек оденем и поедем праздновать Сашин день рождения. Поэтому это видео о шопинге, кому интересно посмотреть, что мы, как выбираем, где что за магазинчик. Кто живет в Иркутске, особенно классно, потому что, серьезно, вот в магазин просто ты заходишь, как будто бы из супермаркета, никакого лишнего запаха. Обычно в секонд-хендах одежда очень сильно воняет, и это мне не нравилось никогда, поэтому мы секонд-хенды избегали, покупали особенно, ну, там, через интернет-магазины, или на Китайке, или еще где-то. Но этот магазин шикарнейший в Иркутске, на центральном рынке находится. И... цены там классные, что-то еще хотела только сказать. И штанов мы мальчишкам нигде не нашли. По всем сайтам, где мы обычно заказываем, покупаем одежду, нету штанов. Им такие, как нам надо. На китайке они будут дороже, чем здесь. А качество будет намного хуже. Смысл нам туда ехать покупать. Поэтому последний вариант остается здесь. Либо покупать дорогущие. Не вижу смысла, потому что здесь привезут одежду очень брендовую, классную. По цене в там, 10 раз дешевле, ну, грубо говоря, чем это образно. А вот Аня здесь беременность, нюх как у собаки. Да, я на нюх, кстати, очень чувствительная, поэтому там шикарный магазин. Все, поехали, шопиниться. А потом в следующих видео будет праздник Сашунькиного дня рождения. Тебя одели? Да? Ты красавчик. Красавчик, готовы езжать? Да. Мы давно всей семьей не выезжали. Сколько мы всей семьей не ездили? Мы с Байкала как приехали, машина стояла. Мы всей семьей не ездили. Да, это первая наша поездка всей семьей сына. А зато какая у нас сегодня поездка, ребята. Смотрите следующее видео. Мы едем, Саша, мы едем праздновать в 2 места. Но Саша не знает о них. Вообще не знает. Ну, может быть, об одном догадывается, услышал. Здесь некоторые личности. Личности. Видите? Догадывается, куда едет. Да, еще суперкиндер. Суперкиндер, да. Суперкиндер, да, суперкиндер. Короче, Саша, пускай все это для тебя это до последнего останется сюрпризом. Никто не говорим. Пускай хочет догадываться, что это суперкид. Классно. В следующих видео смотрите. Он еще думает, что это аквапарк. Мы сделали ему 2 подарка. Мы едем в 2 места. Это будет 2 отдельных видео крутейших. И посмотрим, как мы отпразднуем Сашуньке день рождения. Но сегодня, сейчас, в этом видео, мы едем покупать одежду по Шуне и
Тимошке. Надеемся, что вам штаны найдем. Все оделись, выезжаем. Торговый центр на центральном рынке. Мы поднимаемся на третий этаж в нем. Там, где ДНС находится, там же и находится вот этот магазин одежды. Вот так стильно выглядит этот магазин. Мир Хенд, одежда секонд-хенд. Новый завоз, вы посмотрите, сколько всего здесь. Вчера было так мало, остатки продавали. Сегодня прям, вот я же говорю, очень стильно, классно. И это, и много очень одежды, и все развешано по полочкам, по детской верхней, детская нижняя, короче, все везде. Вон там Боря уже выбирает. Идем смотреть. Это большие-большие. Сколько мужской, вот, мальчишеской одежды, ого. Хорошо, что мы сегодня приехали, вы посмотрите, сколько джинсов. Короче, новый завоз. Это очень круто. Вот на беременные. О, давай посмотрим. Нам мне шорты нужны. Шорты за 800 рублей? Шорты, чтобы не делать. О, штаны для беременных. Почем они? Вот, кстати, мы в предыдущие разы подобные покупали за... 900. 600. 700. 700 рублей. 700, а мы за 70 покупали. Но мне штанов хватит, а вот шорты надо посмотреть для беременных. Вдруг будут. У нас тут примерка идет. Примерка полным ходом. Мы тут вот это отобрали. Тимошке нету штанов. Ну, ты городские. Ой, домашние есть. А на туризм, так, где-то город, ну, на вылез нету. Ну, такие классные. Вот такие штаны здесь стоят 800 рублей. И сейчас Тимофей еще одни меряет. 800. А по факту такие вот 2000 выше стоят. О, смотри, какие классные. Но они коротковатые. А ну отпустись. Стань нормально. Стань нормально. Не, эти коротковатые, те хорошие. Да. Все, эти снимай, не подходят. Давай, Паша, не подходят? Нет. И сейчас на спортивные мы почти уже перешли. Вот эти красивые. Вот это мы отбраковали. Все, большое на Пашу. Мы сюда решили, здесь раз в две недели, полная распродажа по 90%. Решили сюда пару месяцев поездить на распродажу. Да, и сейчас да. Они стоят 700 рублей, а мы потом на вырост за 70 купим. И мы таким образом накупим до 15 лет этим одежды за пару месяцев. Поприезжаем сюда, поотбираем, хорошо. Выбрали, пошли мне еще одни штаны для дома. Короче, взяли, получается, Тёме дутые, ну такие, на спортивный туризм. Потом взяли Тёме одни джинсы в город выезжать, потому что нету. Вот у него есть такие, то они уже на него маловаты, тоненькие. Так сильно на нем смотрятся те джинсы. Скажи, Тёма, такой ты крутой. Понравилось? Я чисто джинсы раньше не носил, но они крутые, они... Короче, Тёма в восторге. Взяли Паше на выезд в город тоже одни джинсы. И взяли Паше дома носить один джинс. И взяли еще, покажи вот этого человечка, чтобы мы дома обзор точно не будем делать на это. И вот я вот такие человечки обожаю, бодики, комбинезончики на ребенка. В них самое удобнее. О, вот смотри, папа уже привыкает. Единственное нашли, говорю, вот этой одежды мало. 200, сколько? 200 рублей, короче, 199 или что такое. А так они в магазине от 600 и выше стоят. Поэтому схватили, один-единственный нашли. Один-единственный надо еще был. Таких понаходить. И еще без ручек, без ножек. Такие же бодики надо понаходить. Вот это самая удобная одежда для грудничков. Вот с пятью мы уже это... Как это сказать? Определили самую удобную одежду для грудничков. Ни ползунки, ни кофточки. Это все задирается, сползает. А вот такое кинул ребенка в памперсы туда, и все. Ну, кинул относительно. Кинул. Застегнул и красота. Короче, вчера мы за 11 позиций отдали 700 рублей, а сегодня за 6 позиций отдали 2800. В принципе, это тоже неплохо, потому что, я говорю, одни только штаны вот такие идут и стоят от 3000 выше. А мы 6 аж, ну, вещей взяли, шорты еще, кстати, Паша взяли. Паша или Тёме, они там уже решат будут носить, кому нужнее будут хорошие джинсовые. Все. Короче, закупились мы, ребята. На этом наш шопинг заканчивается. Да. До новых видео. Поехали мы праздновать Борин Сашин день рождения. И уже смотрите в следующем видео. Все, пока-пока.